14 ноября 1994 года в Москве прошла встреча звезд НХЛ и ЦСКА. Это была заключительная встреча турне, которая получила название «Российские звезды НХЛ детям». Это турне стало возможным в связи с локаутом в НХЛ. Тогда за команду звезд НХЛ играли Ларионов, Макаров, Крутов, Фетисов, Касатонов, Могильный, Федоров, Буре, Ковалев, Борщевский, Симак, Каменский, Каспарайтис, Малахов, Гусаров, Юшкевич и другие. Команда звезд НХЛ по ходу турне одержала победы над командами «Спартак», «Москва», «Торпеда», «Нижний Новгород», «Металлург», «Магнитогорск» и «Сибирь», «Новосибирск». Но уступила команде «Торпеда» Ярославль. Обзор матча звезд НХЛ и ЦСКА начнется со второго периода при счете 2-1 в пользу звезд. Итак, выбрасывание. Второй период встречи 2-1. Звезды выигрывают. Фетисов. Вот замечаешь такие детальки, как, например, в борьбе вот с соперником, когда только клюшки сошли, все-таки НХЛовцы поувереннее себя, поувереннее чувствуют, и вот какие-то у них движения есть, которые мешают армейцам забрать шайбу. Сборная, все игроки сборной работают с шайбой очень хорошо, то есть им минимальное количество времени нужно для того, чтобы обработать шайбу. И для того, чтобы уже затем видеть все, что происходит на площадке. Юшкевич. Юшкевич, вот передача, шайба не дошла до Буре, но тут же подоспел Могильный и отправляет шайбу в ворота армейцев. 3-1. Через 2 минуты и 43 секунды после начала второго периода сборная звезд забрасывает еще одну шайбу. Вот видите, ну вроде бы незначительная ошибка, и этим тут же воспользовался Александр Могильный. Турковский пытался что-то сделать. Харламов. Бросок. Ух, едва от своего защитника шайба не казалась в воротах сборной. Белов. Бросок. Еще один бросок. Вот так на добивание играют. Обратите внимание, Прохоров, Борщевский. Ларионов сейчас вместе с ними. Самый результативный пока в чемпионате России в восточной зоне. Ну, не восточной, а в западной зоне. Выход к воротам. Бросок. Еремеев хорошо играет. Фетисов. Ларионов. Каменский один перед воротами. Бросок. Обыграл вратаря. Но вы знаете, шайба-то уже за линией ворот оказалась. Поэтому ее невозможно было просто переправить у ворота, только если бы был бы рикошет от голкипера. Юшкевич. Как вложили шайбу в клюшку Павлу Буре. Могильной шайбой. Вот выход Буре 1-1. Моментально сейчас соперника звезды наказали. Это Буре забросил четвертую шайбу. 4-1. Сборная выигрывает. На какое-то мгновение буквально Буре освободился от опеки. Ему, по-моему, это Гусаров сделал точнейшую передачу. Ну, что там говорить, скорость у Буре просто великолепная, и причем скорости стартовые, моментально срывается с места. Ну и дистанционная скорость очень хорошая. Ну посмотрите, еще пытался как-то помешать ему защитник армейского клуба, так цеплял его, сзади этот Цулыгин был. Ну, сами понимаете, привык Павел Буре вот к такой игре уже в национальной хоккейной лиге. Поэтому смутить его, как-то отвлечь от главной цели, когда перед тобой ворота, мне кажется, было просто невозможно.
Как только партнер на скорости находится, так же, тут же следует ему передача. Потрясающе все, мне кажется, все-таки чутье у почти всех игроков сборной. Ну, конечно, в одиночку трудно, мне кажется, играть против вот сборной звезд. Юшкевич. Буре. И все-таки Федоров добивает шайбу в ворота. Ну вот как только эта тройка у сборной выходит на лед, но почти все время игра идет в зоне соперника. Посмотрите, Павел Буре делает передачу. Как обостряет игру. Вот Федоров бросает вроде в борьбе с защитником и тут же, не останавливаясь, идет на добивание. Зелепукин, бросок. Забрасывал Федоров тоже почти в такой же манере и пошел на добивание. То есть продолжал бороться до конца. Бросок. Николай Борщевский забрасывает шестую шайбу. 6-1. Сборная звезд выигрывает. И произошло это на 14-й минуте второго периода. Немчинов играет с Борщевским. И бросок тоже в борьбе с защитником. Ну, здесь трудно, в общем-то, винить Виталия Еремеева. Делает он все для того, чтобы оставить хорошее впечатление и надежно сыграть, но не получается. Уже столько было бросков по его воротам. Причем, надо сказать, что второй период-то проходит с полным просто преимуществом российских звезд. Фетисов. Мягкая нацеленная передача. Это Каменский выходит к воротам. С лета пытался перебросить шайбу, переправить шайбу в ворота Ларионов. Кстати, многие, да большинство, наверное, из команды звезд довольно прилично играют в теннис. Бросок. Крутов. Нет, без скорости, конечно, тяжело обыграть. Ну, бросок будет в ворота. Хорошая пауза, вы знаете, у Самсонова. И передача своевременно была. Бросок, как реагирует Рябчиков. Зелепукин. Бросок. Буре уже оказался перед воротами. Харламов. Буре. Это Бякин ошибся. Ну что ж, бывает, всякое бывает. И армейцы забрасывают вторую шайбу. Мгновенно все так произошло, вы знаете, даже не обратил внимания кто. По-моему, это Шарифьянов, да, забросил вторую шайбу в ворота сборной звезд. Ну вот, смотрел пока, что происходит рядом с ним. Бякин и ошибся. Неточную передачу сделал. Шарифьянов перехватил шайбу. Шарифьянов. Бросок. Мне кажется, там все были увлечены дуэлью между Симаком и кем-то из защитников сборной. И защитников армейцев. А в это время Козлов провел третью шайбу в ворота сборной России.
Ну, здесь тоже, знаете, не очень удачно. Подача Олега Белова, пятый. Шайбу забросил Вячеслав Козлов. Да, 6-3. Честное преимущество удалось реализовать армейцев. Вячеслав Козлов, кстати, в Детройте очень неплохо смотрится. Ну, может быть, вот как раз присутствие Федорова помогает ему. Помогло довольно быстро освоиться в команде. Это учтем, что после довольно серьезных травм в автомобильной катастрофе, на которые были получены, сумел все-таки восстановиться Вячеслав Козлов. Бросок. Да, это Заварухин проводит четвертую шайбу. 6-4. Но я не думаю, что звезды там хотели что-то такое обострить игру специально, что ли, в этом матче, потому что довольно ощутимое было преимущество в течение двух периодов. Да нет, вот как-то, может, вышли с таким настроением, что уже все решено и особых усилий прилагать не надо. Подача Вадима Селезнянова, номер 18-й. Да, 6-4. Звезды выигрывают. Только две шайбы разрыв. Армейцы сумели ошибки соперника использовать. Это Буре. Какой дриблинг, какой проход через всю площадку. Вот теперь уже удаление у армейцев Москвы. Задержка была соперника клюшкой. Одного игрока больше у звезд. Буре. Защитника использует вновь. Шайба у Буре. Бросок. Фетисов. Упускает шайбу в среднюю зону. Белов. Но вот сейчас, мне кажется, партнеры Могильного не поняли. Ну что ж, ничего пока не получается у звезд. Ну, Прохоров. Ох, какая великолепная была передача. Вот только партнер, это был Каспарайтис, не смог завершить ее точным броском. Заварухин. Теперь уже, мне кажется, звезды вынуждены просто поосторожнее действуйте в своей зоне, ну и вообще как-то посмотрительнее играть. Синак, бросок. Цветков. Контратака. Бросок. Счет становится 6-5. Это Титов забрасывает пятую шайбу в ворота звезд России. Контратака, но не стал использовать партнера сейчас Титов. Хотя, как говорят, иногда спекулировал, что будет делать передачу. Ну, здесь вот трудно сказать, Евгений Рябчиков неверную позицию занял. По-моему, потерял ворота. Вот видите, как ближней штанге прижался все-таки. Двум периодам, ну, никак нельзя было сказать, что армейцы чего-то существенного могут добиться в этой встрече. Хотя, вы знаете, Новосибирская Сибирь забросила же 6 шайб в ворота звезд, ну, и пропустила, правда, очень уж много, 17. Белов неплохую делает передачу, бросок, справляется Рябчиков.
Ларионов. Макаров. Здесь нет перед воротами никого. Я имею в виду из хоккеистов в синей форме. Фетисов. Ну, кто знает, может быть, мы с вами дождемся момента, когда армейцы заменят вратаря. Ах, ах, ах. Упустил шайбу Павел Буре. Харламов. Могильный. Ну, вообще странно, что арбитры остановили встречу сейчас. Армейцы покинули зоны. Ну, обычно это так, вы знаете, отложенные вне игры, что ли, бывает вот в таких ситуациях. Могильный. Окончание матча осталось 2 минуты. Вот опасный момент. Нет, все-таки не добили. Уходит с поля Виталий Еремеев. Вместо него вышел Олег Белов, нападающий. Ну и так небольшие изменения, смотрю, в составе появились. Еще и Винокуров ушел на лед сейчас в составе армейской команды. Нет, все-таки вот Белов как раз вместо Винокурова. Главное выиграть вбрасывание. И передача назад защитнику, который без подготовки должен бросать поворотом. Фетисов. Вот бросок к воротам. Ох, какой опасный бросок. И Рябчиков отбивает шайбу. И вот звучит финальная сирена. Матч последний. Шестой матч серии «Звезд России» с российскими клубами закончился. «Звезды» со счетом 6-5 выиграли у армейцев Москвы.